День строителей ежегодно отмечается во второе воскресенье августа. Лучших сотрудников отрасли с профессиональным праздником поздравил заместитель главы администрации Ленинского городского округа Сергей Гаврилов. Вот всех присутствующих поздравляю от всей души. Хочу пожелать всем сил, здоровья, удачи вашим командам, вашим коллективам, уверенного продвижения вперед, амбициозных, интересных проектов. На данный момент на территории муниципалитета ведется активное строительство различных объектов. В Ленинском городском округе появляются не только новые жилые микрорайоны, но и так необходимые объекты социальной инфраструктуры. В этом году планируется в ближайшее время сдача объектов в Лопатино. Детское дошкольное учреждение. В ближайшее время несколько школ. Дрожжино 825 мест, 325 мест, детский сад, Бица. То есть объектов много. Эта профессия для многих становится делом всей жизни. Иван Кирсанов не случайно выбрал строительную отрасль. Эту сферу деятельности я выбрал в связи с тем, что с детства занимаюсь строительством, мои родители строители. И, так сказать, я пошел по их стопам. Более 20 лучших представителей этой профессии получили почетные грамоты и благодарственные письма от главы округа и депутатского корпуса. Строитель – это всегда созидатель, тот, кто создает, вы работаете, и труд ваш всегда виден, то есть создаете жилье, объект социальной инфраструктуры. Ленинский наш округ вот так, такими большими темпами, благодаря ваших усилиям, развивается, увеличивается как жилье, так и жители. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.